Друзья, всем привет, мы находимся на Тандемере, это первый сервер. Обязательно указывайте мой ник по регистрации на первом и четвертом сервере. Ну, конкретно сейчас на первом играю. SlashMan, 11 пункт промокод, капсом вводите Матрикс и получаете 50 тысяч рублей после отыгровки 7 часов игры на размер РП. В общем-то, кстати, рефералов у меня вообще нет на Т0. И сегодня нет сценария по ролику, то есть абсолютно ролик пустой. Мы будем сейчас искать нарушителей. За минуту, если мы кого-то найдем, то сразу же в погоню его отправим. То есть слэш-пога пишем, и все. Вы что, а что он лоскает, этот Миша Файнов? Мы его сейчас не взяли, он начал лоскать. Он сейчас лоскает будущего лидера, можно сказать. И да, я не шучу, сейчас я буду скоро, наверное, становиться летаком. Но как только отыграю левел, вот мне сейчас левел всего лишь 5-й. Но думаю, что пару часов РП сна. Без, ну, чтобы ЗП не фармить, думаю, все будет норм. Алексей говорит, выжишь мне полкана, как станешь лидером. Лол. Нет, никто просто так полкана не будет давать, но только... То есть от лидера зависит, как он выберет девятку. Если девятка будет нормальная, то он отстоит свой срок вполне. И в будущем станет администратором. Максимум можно поставить 2 полковника, и от этих полковников зависит вообще вся его... Весь его срок лидерский. Поэтому я не, ну, не стоит кого-то ставить левого. Вот еще, если он действительно станет лидером ДПС, то удачи ему, конечно. И, блин, у меня проблема там с ЧСом. Но думаю, мы тоже это все решим. Блин, чуваки, офигеть. Вот это мы сейчас проскочили. Что? Продается бизнес АЗС Горельская? Нифига себе, АЗС Горельская слетела. Понимаю. Так, а у меня недостаточно денег, значит, 100% в аукционе. Наверное, аукцион, я не знаю. Но пишет, что у вас недостаточно денег для этого покупки этого бизнеса, я хз. Блин, ребята, вдруг это в укос слетел бизнес, хз. Но вряд ли, там слеты именно в 9-10, поэтому 400к, понимаю. По-любому там уже огромные ставки делают на этот бизнес. Но хз, может быть и стоит поставить. Давайте, наверное, вот как сделаем. Я сейчас сгоняю на аукцион южный и посмотрим, что там. Возможно, действительно... На аукционе уже поставили. Если поставили больше сотки лямов, то я участвовать не буду. Если меньше, то посмотрим. Еще интересует, как часто нужно заходить и вообще оплачивать этот бизнес, потому что мне не очень удобно будет, если каждый день придется. Но посмотрим. Естественно, не с этого аккаунта буду покупать. У меня второй есть. И посмотрим вообще, что получится. Блин, ну вот Мерседес, он очень хорошо управляется на самом деле. О, как мы проскочили. Понимаю. Еще бы решить проблему с этими лагами, было бы вообще отлично. Сейчас, в общем, чекаем, сколько цена этого бизнеса. И надеюсь, вы уже, ребят, поставили лайк, там все дела сделали. И уже, нифига себе, сколько народу. Офигеть, просто куча людей. Так, надеюсь, это, ребят, сейчас не будет как прогул, да? Вот, мы всего лишь чисто, ну, в банкомат зашли, так сказать. Так, офигеть, жилье уже 20 лямов поставили, что... Так, дальше. 1 470 000, 336 000, 1 000 000. 10 лямов АЗС Горельская. Так, стоп. 10 лямов, да, уже ставка. Офигеть. Блин, может быть попробовать? АЗС Бусаевская. Так, АЗС Бусаевская вообще, блин, 15 лямов. Ну, блин, хз. Может быть попробовать там в торгах поучаствовать. Но хз, скорее всего, под утро. Они что, не в ауке? Понимаю. Нет, они в ауке. Этот бизнес в аукционе. Офигеть, ребятки. Ну чё, хз на самом деле. 10 лямов уже ставка. Наверное, попозже. Я все-таки подумаю, стоит ли ставить на этот бизнес. Уже в конце ролика я приму решение и, наверное, поставлю ставку какую-нибудь. Вот Ангелина Подольская 3600 поставила. Потом чел Александр Иванько 8. Дима Коп 10. Мне придется, наверное, 12, где-то 13 ставить. Я хз, сколько там процентов должно быть. Все, выходим. Дай аптеку мне через команду slash gif, нижнее подчеркни item. А то я сейчас сдохну, будет не круто. Ребята, он, кстати, неплохо бочком дает, смотрите. Может быть, попробовать подрифтовать с ним? Ой-ой-ой, лаги, конечно, немножко подвели, ну ладно. Я на хату в аукционе поставил 450к. Хата какая? Дом или квартира? Так, у меня проверка на ботов идет. Грузовики, где грузовики? Вот эта проверка на ботов вообще бесит просто. Вообще. Также охота, вот, блин, очень себе BMW G30, она очень красиво выглядит. Ребят, если на первом сервере кто-то может занять 5 лямов, то можете занять, плиз, а то у меня это, вообще денег нет. И как бы я бомж. Я был бы вам не против, если бы вы реально там заняли деньжат на первом серваке.
Прям очень надо. И, по-моему, только что проехал на автомобиль G30 в эксклюзивном виниле. Или мне кажется, или реально. Везет старшему составу, когда льдака нету, не надо строй проводить. Ну, кстати, да. Ой-ой-ой-ой. Это я сейчас от аварии ушел. Что это, не объезд? Красно. Опа, это что? Там, походу, ДМ идет. Смотри, давай вмешиваемся. Давай оружие. Это чё? Ты чё? А чё он делает? Зачем он сейчас... Зачем вы сейчас открывали огонь по человеку? А куда он слился? Так, давайте, ребят, 1000 рублей, ладно, воспользуемся услугами. Блин, денег вообще нет, короче, надо занять. Вот Алексею Флексу вообще спасибо, реально лучший, братан, спасибо, 15 тысяч. Красава. Пока дают, бери. А он меня не... Он меня занимает, так сказать. Опа, чё? Ты чё? Это чё было сейчас? Ты видел? Он вышел и начал стрелять по нам. Лё, какой крыс. Вообще, так, в наручники его, наверное, заковываем сейчас, понял? Как только выходят наручники его. Вот нам еще Влад Джей помогает, смотрите. Окей. Так, дубинка в руках, крепит дубинку на пояс. Сейчас его сначала дубинкой оглушу. И потом уже, надеюсь, что наручники накинем ему. И все будет норм. Он тут будет. Не, он там будет, если скин купит. Нам нужно, короче, фастом работать. Так, о, он сейчас проверит. Кстати, по мне урон не прошел. Круто вообще, замечательно. Лучше, лучше. Так, что-то погода часто меняется, странно. Скорее всего, он офнулся уже. Да он офнулся, скорее всего, погнали, пофиг на него. Ё-моё, сколько тут людей, чекайте, ребят. Людей полно, так, ладно. А, какой там Матвей Мумошкин садится? Зачем он к нам садится? Прыгай, Алексей. Ребят, ну тут все время на первом сервере какие-то сходки проходят. Смотрите, бери влытки за 1-1. В общем-то, жесть. Чё тут происходит за сходка? Нелегальная. Организованная группа. Преступно организованная группа. Понимаю. Митинг? Если митинг, мы должны разгонять такие мероприятия. Данил, давай. О, это что сейчас было? Зачем машину помяли? Понимаю. Меня узнали, где. Сзади бампер помяли. Штраф 5000. Мы спать не дам, не вижу. А я увидел. Он там уже штраф выдает, этот Миша Файнов. Блин, слышишь, а можно взятки брать? Как тебе идея? За что там копейки? А можно через банк, короче, официально попробовать. Ну, хз, вряд ли, конечно, дадут денег, но... Ой-ой-ой-ой. Бочком. Ты видал? Мастерство. Мастерские, ребят, сейчас. Опа. Сейчас мы в поворот войдем, я вам говорю. Какой пейнтбол? Какой пейнтбол? Это прогул считается. По факту прогул, наверное. Опа! Встречка! За встречку, бам, все, летим за ним. Жалко, нет этой сирены никакой. Блин, у меня хп еще мало. Блин, дай аптеку мне, я сейчас помру, походу. Слышь, высовывайся из окна. У меня звук твоего голосового чата пропал. Высовывайся из окна, твою налево. Надеюсь, он сейчас появится звук. Во. Очень чел заниженный. Давай, короче, говори в мегафон, пусть останавливается. Остановку. А чё он начал стрелять? Останавливаться надо. Опа, все. У нас тоже тачка, походу, не едет. Или что с ним, баг какой-то. Опа. 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 А, он офнулся, ну понятно, все с ним. Еще, ребят, какая-то сходка, смотрите, Евгений Хоффман тут. Ладно, поехали дальше. Все. Окей. А, вот еще чел какой-то. Сзади кто-то, смотри. Преследует. Опа, Макс Тигеров. А что у нас преследует, не понял. Блин. Короче, пошли. Знаешь что? Discord Go. У тебя нормальный микрофон, я надеюсь. Опа, это чё? Это чё такое? Почему драка? Вы сейчас дерётесь зачем? Ещё дискорд не могу, блин, плохо. Шиммер и Латио. Шиммер. Я не знаю, что это такое. Ладно, до свидания. Ай, короче, ладно, не будем трогать бомжей. Сейчас, братишка. Меня вообще никто не слышит, по-моему, вообще никак. Почему так?
У нас было 300 с чем-то литров бензина, теперь вообще 250. Это как вообще объяснить? Это объяснимо, необъяснимо, но факт. Опа, начали стрелять. Вон там чел начал стрелять по нам, слышишь? Там чел начал стрелять, вот этот, смотри. Останавливаемся, останавливаемся. Или открываем огонь. Остановочку. О, у меня сейчас краш начнется, у меня все стекла стали белые. Чё? Ваши документы. Сейчас, ребят, попросить документы, отдать честь. И просим документы. Так, надеюсь, он не офнится. О, он уже за 60 пишет. Понимаю. Так, док 88. Теперь просим... Короче, пройти документы без ремня безопасности. Это уже идет в интере. Опа, уже эти... Бля, ну ты тупой, нахуй ты это делаешь? Понимаю. Достал документы из кармана. Менты, вы что хотите от человека? Опа, это что, читер? Надеюсь, не читер. Так. Давайте документы быстрее. Пока он отыграет вот этот процесс там и так далее, машину нашу отвезли, прикиньте, далеко. А это читак, вот это читак, видите, что он делает. Так, уровень розыск 0, законопослушность минус 4. Вы незаконопослушный гражданин. Почему так? Хорошо, вы свободны. Ай, блин, надо, ребят, релогнуться, а то у меня реально что-то... Все окна белые стали. А, понимаю. Вы были кикнуты по подозрению в читерстве. Класс. Успешно релогнулся, и теперь нам нужно очень... Быстро, нифига, ара, Шишкин. Понимаю, нам нужно, ребят, сейчас похавать, и иначе мы сдохнем. Кстати, Александр Мохов, у него уже админка, блин, а он был саппорт недавно, то есть он у нас состоял в ДПС, поэтому, ребят, нам нужно быть поаккуратнее, потому что, смотрите, если мы пропишем финт, этот Александр Мохов, вот он, полковник, подполковник, 51 левел у него там, и как бы надо, ребят, нам быть поосторожнее, реально, иначе будут дела плохи. Вы офигели на акуле катать. Ну-ка, давай, ребят, сейчас мы его остановим. Что он там несет? Сейчас он прижимается к обочине. Вот этот на желтом. Вдруг твой голосовой чата. Прижмитесь к обочине. Желтый. Ох ты, ё-мо. Блядь, нормально. Мало. Нормально, ребят, мы улетели. Понимаю. Ну, бывает, чё. Надо было сначала лекнуться, наверное, ну и пофигу, в принципе, пофигу, реально. Так, ну что ж, ребят, на этом, думаю, можно закончить ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, в принципе, да все, все реально все. Всем удачи, ну и всем пока. Обязательно указывайте мой ник в регистрации на первом сервере, именно на первом. Пока что на первом, но если будете играть потом, то еще на четвертый тоже заходите. Пока что первый в основном. Переходите на мой основной канал, не забывайте, что я снимаю именно там. Этот ролик чисто по приколу выпустил. Ну, просто по приколу, да. Все, на этом мы заканчиваем. Всем удачи и всем пока. У тебя 300 рублей нету? Есть. Ой. У меня мотик где-то, короче, с рулетки выпал, типа, а бабла ни хрена нету. Хорошо, братан.